Зачем ты его трогаешь? Ты не купаешься. Осиповка. Сколько народу в архипоосиповке. Море друг на друге. Вот лодочка стоит. Пойдем. Вон люди стоят двое. Мы хотим переехать на ту сторону. Сколько стоит переезд? 50 рублей. Че, вы так до скольки катаете? Круглосуточно. Все, мы успешно перебрались. Вот вплавь люди добираются. С этой стороны сколько много людей. Вода чистая. Классно. Волейбольная площадка. Красавчики играют в волейбол. И красавицы в архипоосиповке на другом берегу. Столько много отдыхающих. Просто кишит на берегу с той стороны. Здесь, конечно, посвободней. Люди купаются, здесь мелко. Гора Ёжик перед нами. Ой, хорошо, тенек. Сегодня не жарко. Сегодня 12 число, 12 августа. 30 градусов мы с Краснодара выезжали. Ну, здесь 33, может быть. Архипоосиповка, 12 августа. Пляж с другой стороны реки в архипоосиповке. Тоже народу очень много. Но поменьше, чем на центральном. Шин здесь. А вот это спуск. Вот сколько машин. А народу капец. С этой стороны поменьше, но тут, наверное, пляжа вообще нет. Вот на камнях. О, нифига, сколько древесины. А пенек-то где тот? Огромный. Крабов ловят. Хороший пляж, вода чистая. Туда вот заплываешь, вообще красота. А здесь в камушках крабики ползают. Thank you.
классный пляж. Там вода чистая-чистая.